Завтра последний день принимают заявки на участие в приключенческой гонке. Она пройдет в это воскресенье, 22 сентября, в Кицканском лесу. Соревнования в честь Международного дня туризма. Будут 4 дистанции – детская, легкая, средняя и сложная. Участвовать могут взрослые и дети от 6 лет. Старт из лагеря «Спартак». Приключенческая гонка сама себя подразумевает смена различных спортивных ивентов в определенное время. Например, вот у нас будет следующее, например, бег, велоспорт, веревочные переправы, байдарка. И от того, что участник меняет эти различные этапы, и получается такой букет различных ощущений. В команде участвует по 2 человека. Есть команды мужчина-мужчина, да, женщина-женщина, мужчина-женщина. И также семейная. Обязательно должен быть ребенок в команде. На финише всем участникам вручат медали, а еще угостят замой от кассы «Караман». Выступит и диджей из Биндер. Будут и другие соревнования. В начале октября в Вале-Одынке, это Каменский район, «Хай-трейл» планирует провести гонку на горных велосипедах и бег по пересеченной местности.